Стригу бесплатно в Лос-Анджелесе. И что я буду делать? Я буду подходить к людям и предлагать им бесплатную стрижку. Вот мы как раз с инструментами. Там на месте решим. Всем приятного просмотра. Обязательно подписывайтесь, ставь лайк. И смотрим так видео до конца. Здравствуйте. Здравствуйте. Я YouTube-блогер. И снимаю видео. Можно пару вопросов задать? Вот. Вот для контента. Ну, давайте. Ой, как вас зовут? Леонид. Давно здесь? Нравится в Лос-Анджелесе? Нравится. 30 лет. 30 лет? Да. Классно. Я сам барбер, парикмахер, и я предлагаю бесплатную стрижку для контента. Я могу бесплатно вас постричь, сделать корректировки, это все бесплатно для контента. Вот у меня сейчас инструменты с собой. Спасибо. У меня жена стрижет меня. Спасибо. Непрофессионально, но хорошо. Всего хорошо. Тогда хорошего вечера вам. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот видео снимаю, YouTube-блогер. Вот, можно пару вопросов? Да, пожалуйста. Как вас зовут? Меня Алекс зовут. Алексей, вы давно здесь, в Лос-Анджелесе? Почти 25 лет. 25 лет. Классно. А чем занимаетесь здесь? Ну, чем? Немножко увлекаюсь чем-то так. Хобби всякие. Так, потихоньку живу. Классно. У меня YouTube-канал, я сам барбер. У меня вот сейчас с инструментами. Вот, и я для контента предлагаю бесплатную стрижку. Сейчас можем постричься, если у вас есть время. Вот, все бесплатно для контента. Как думаешь? Спасибо. Не надо. Спасибо. Мне все. И так нормально все. У меня все. Вот стрижка такая. Всего хорошего. Всего доброго. Всего доброго. Здоровы. Всего тоже хорошего вечера. Пока все отказывают. Все стричься, все нормально. Ну ничего, идем дальше. Спрашиваем. Вообще люди 25 лет, 30 лет тут живут. Офигеть. И в итоге мне написал клиент, он скинул адрес, я оказывается, мы вообще оказались соседи, прикиньте. Вот сейчас иду к нему, так что немножко первый блин комом, видео не получилось, но я буду еще ходить, снимать, предлагать бесплатные стрижки, так что подписывайтесь, сейчас приду к гостю. И давайте, можно было бы это все-то как-то подстроить, но давайте будем честны, мне нужна денежка. Вот, так что пойду заработаю.